Ребята, всем привет! Канал Романик снова едет на коп. И, наверное, закроем мы сезончик. Ну вот, мы и на месте. Вот, до этого мы не смогли снять ролик как следует. Потому что был мороз, и аккумулятор быстренько сдох. Вот здесь вот дерево упало. Кто-то там конкретно такое дуплище выдолбил. Да? Наверное, мед искали. Так, друзья, что, наверное, будем заканчивать сезон. Впереди передают морозы. Вот, взял вот с собой пилу. Вот такую вот. Не на всякий случай, а пойду куплю. Сейчас где-нибудь вон там. Пойду куплю елочку. Так, ну сейчас достаем аппарат. Пойдем искать. Ну и вот у меня первая находочка. Вернее, находка не первая. Шмурдяка куча была уже. Но это просто первая монета. И тут у нас опять двойка, блин. Как в тот раз меня в этом месте затрахали меня эти двушки. Это год какой-то там, не знаю, 60-й. Показывать нехера. Ну, вроде просто... Как находочка, решил показать. Вот. Туда он сейчас пойду, скажу, там империя попадалась. О, ребят, смотрите, какой сигнал. Сейчас это все равно стану. Бля, отсвечивает все равно. Глубина показывает 20 с плюсом. Это 100 пудов должна быть империя. Сейчас посмотрим. Так, ну вот, уже вижу. Ни хера это не империя. Опять какая-то поебень. Что это такое? Какой-то вообще алюминий. Не поймешь, что. А, вот. Что это за надпись? Ёпти. Чуть какая-то надпись тут. КРКБ какая-то 220. А, это какой-то шильдик. От чего-то. Хрен знает от чего. Ладно. Давай посмотрим, что тут еще что есть. Не. Ничего нет. Обязательно проверяйте. После того, как выкопали. Проверять надо. На собственном опыте уже убедился. Сколько раз повторно приезжаешь на старое место. Блин, а тут уже в этой же лунке еще. Я, кстати, две серебряных монетки вот тут вот посмотреть можете. Находил прямо в одной луночке. Не считай. Ну да, в одной. Один раз в одной, другой раз в другую. Ладно, давайте дальше смотреть. Так, ну вон. Видите, вот она. Лежит, одна уже выскочила. Вот она. Ну это софтеп. А вот тут еще что-то есть. Тоже вот это говно звенит. Вот уже не звенит, блин. О, уже не звенит. Так, а давай посмотрим. Да софтеп, блин, 80-й год. Постарь меня на годок. Так, ладно. Это я убираю. А тут еще что-то звенит. Сейчас я перчатку одену. Что-то тут еще звенит, бляха-муха. Давай смотреть. Так, не то. Не то. А, потеряшка. Пьяная потеряшка. Да где ж пинпоинтер мой? Ёптать. Пинпоинтер, кстати, заказал на Алиэкспрессе. Вот. Придет, я сделаю обзорчик. Ёптать, где она тут пищит-то? Где-то вот здесь пищит. Сделаю обзорчик. Че, он мне обошелся.
2000. Вроде Гарат. Ну ясен хер, блядь, там не Гарат. Так, херня какая-то китайская. Ну посмотрим. Бля, ща отключу, короче, пацаны, неудобно. Одновременно делать, как Ленин 40 дел. Сейчас найду, покажу. Да вот она, нашел, я так и думал. Очередной кусок говна. Че это опять двояк, 72-й год, ёптать. Да кому надо, если я их вам и так бесплатно отдам. Уже ведро дома лежит, куда их девать. Пошли туда, вот к яблоне там. Тут мусор столько, и кроме совдепа ничего нет. Уже их горсть, они все снимают. Что-то грустно как-то. Ни хера не попадается, сезон толком не закроешь. Но одно радует, что мы на копе. Ладненько, погнали. Так, ребятушки, наконец я что-то нашел. Сейчас я вовнутрь куртки накрою фотоаппарат, чтобы ветер не дул. Наконец-то что-то я нашел, смотрите. Видать вам, фокус что-то никудышний. Вот, смотри, видишь, фокуса нет. Что за говно такое, блядь, что с фотоаппаратом случилось. Так, о, и походу я ее пиздякнул слегка. Ну, совсем слегка. Так, и что это у нас тут такое? Вообще не пойму, и тереть боюсь. И что-то она какая-то... Так, сейчас я пригляжусь. Не, не пойму. Братва, даже примерно не могу сказать. Вроде на двояк похоже, но не видно. Ни вензеля, ни хера. Вся кривая какая-то и в прыщах. Блять, как жалко. Ждешь ее, она на тебе говном каким-то вылазит. Блять, и сигнал такой стрёмный был. Так, ладно. Чё? Так. Фу, блин, с вашего позволения. Может, так хоть разгляжу, чё. Да нет. А, это был пятак. Ёптать. Убитый, правда, да. Вижу, это был пятак, а походу... У меня есть такой же 24-го года. Очень похож. Сейчас с этой стороны. Это не империя. 24-й год. Ну, это я так предполагаю, что он 24-й. Но ушатанный вообще конкретно. Сдать его только в металлолом. Так. Тут вообще убитый его, бля, чем там били. А, тут, да, видно. Но очень сильно убитый. Никуда не сгодится, хер на него, ладно. Ладно, блин, будем еще искать. Вот, закопал я эту ямку с этим ушатанным пятаком. Прям вот. Правда, я уже сходил вон до куста, и потом назад сюда вернулся, и прямо у этой же ямки рарик нашел. Пацаны, 58-й год, 10 копеек, 58-й год, а, смотрите. Шутка, блядь, 56-й. 56-й, да, если бы 58-й, я бы сейчас тут уже, наверное, наложил. Что-то тут рассыпал кто-то в 56-м и 24-м годах. Так, 10 копеечек, 56-й год. Ладно, давай. Давай что-нибудь еще поищем. Здесь надо повнимательнее поискать. Упаковываемся, чтобы ветра не было. У меня есть что показать. Вот только камень откинул. Ой, камень, ну землю откинул. И вон она, ребята, виднеется белочка. Белочка. О-о-о-о. 20 копендосиков 27-го годика. Прекрасно. Прекрасненький сохранчик. Ой, красотища. Красотища, серебрище. Ништяк. О, обалденно. 20 копеек. Такой нет у меня еще. Белоны, мелоны. Блядь, попадается тут.
Ах, класс. 27-й год. Да что такое, блядь, с фокусом-то, а? Хоть ты тресни, вот. Не хочет, зараза. Не хочет, зараза. Ладно, хер с ней. Блядь, класс. Не зря я сюда вернулся. Тут весь мусор, блядь, пережил. Вот смотрите, друзья, насколько точно Аська может определить, да? Пинпоинтер у Аськи какой. Вот комок. И вот она ровно по центру. Вот я перевернул. И вот она ровно по центру. Итак, что у нас здесь? А у нас здесь опять что-то ушатанное, гладкое, как жопа. Что-то такое, 1-2 копейки. Николаевские, что ли. Хер ее знает, не видать. Ладно, будем чистить. Непонятно, что это такое. Почистим, узнаем. Еще часочек покопаемся и поедем. Ох, пацаны, еще круче нашел. Смотрим, ля, чую серебро большущее. Большущее. Ух ты, класс, 24-й год. Блядь, никогда такие не находил. Все завидовал, завидовал людям. Маза-фаза. Крутяк. Один полтинник. Ебать, вот я так закончил сезон серебром. Ух ты, круто, блинский нафиг. Ништяк, вообще так хотел такую монетку найти. Да, очень хорошо, сегодня мне фортануло. Вот фортануло, так фортануло. Ништяк. Все, давай еще. Вот хотел часок. Память заканчивается. Продолжаем коп. А вот что, пацаны, ГТО, значок, помните такой? Нормально, но без этой штучки, да понятно, кто тут сохранится на ради. ГТО, о, вот так вот, вот такое у нас холодное лето в декабре, вот так вот. Так, друзья, ну вот и подошел к концу 2015 сезон. Подписывайтесь в следующем видео, я расскажу, какой молитвой пользоваться для копорей, чтобы находочки шли. Вот сегодня я ее применял, и очень хорошо. Елочки.